такая красивая музыка. Друзья, мы с вами сейчас ненадолго переместимся во Францию. Во Франции, как и в России, очень любят отмечать Новый год. И также наряжают огромную елку и дарят подарки. Но есть традиции, которые отличаются от наших русских. Например, французы считают, что новогодняя ночь – это ночь знакомств. Давайте мы сейчас с вами познакомимся друг с другом. Ну, хотя бы чуть-чуть. Посмотрите сейчас же на своего соседа справа. Посмотрели? А теперь узнайте, как его зовут. Узнали? А теперь обнимите его. Смотрю. Обнимите соседа. Спасибо. Ну, а теперь посмотрите на соседа слева. Узнайте, как его зовут. Узнали? А теперь обнимайте! И вот так все вместе обнимаясь, мы с вами скажем главные слова этого вечера. С Новым годом! Готовы? 3, 4! С Новым! А на наш праздник спешит волшебник французского Нового года Пэр Ноэль! Встречайте его громкими аплодисментами! Бонсуар, Минск! Покричите в ответ громче! Бонсуар, Минск! Бонне Розане! Добрый вечер, Пэр Ноэль! Оставайтесь с нами на празднике, пожалуйста! Поаплодируйте! Мы с вами чуть-чуть оказались ненадолго во Франции! А это мы перемещаемся с вами в Финляндию. Рождество и Новый год в Финляндии – это настоящая возможность окунуться в сказку. Финны искренне верят в то, что если ты загадаешь в Новый год желание рядом с огромным количеством своих друзей или просто знакомых, оно обязательно сбудется. Скажите, есть ли у вас какая-то мечта, которая, к сожалению, осталась нереализованной в 2017 году? Есть такая? А теперь представьте ее, представьте во всей красе эту свою мечту. И мы с вами скажем всего 2 слова и получим такую мощную установку на то, чтобы эта мечта в 2018 обязательно исполнилась. А скажем мы с вами все вместе: все сбудется. Готовы? Не слышу. Готовы? 3, 4. Все сбудется! А сейчас встречайте финского волшебника Нового года! Это Йоло Пуки! Хей, Рибинс! Анели, Оси, Пузи, рыбчане! Здравствуй, Йолопуки! Крикните все привет! Привет! Оставайся с нами на празднике! Какая музыка! Это нас с вами встречает грузинский Новый год! Невероятное разнообразие потрясающих национальных традиций. Во-первых, это традиционная грузинская елка чичилаки. Перешагивание через порог дорогого человека, который обязательно станет в новом году судьбоносным. Ну и, конечно, подарки, игры и богато накрытый грузинский стол. Между прочим, взрослые очень много в Грузии делают для детей подарков новогодних, очень-очень интересных, и игр, викторин, и загадок, потому что в Грузии дети любят отгадывать загадки. А вы, ребята, любите загадки отгадывать? А давайте попробуем. Отгадайте, если я сейчас загадаю. Отгадаете? Тогда слушайте. Славный праздник Новый год отмечает весь народ. Верим, что придет всерьез к нам на праздник. Какие вы молодцы! Встречайте грузинского волшебника Нового года! Это Томлис Бава!
Рыбинск! Вы приехали цели! Привет тебе! Крикните все привет! Ах, какие вы радушные! Оставайся с нами на празднике обязательно! Слышите, какая музыка? Это Jingle Bells. Настало время вам сейчас рассказать о традициях американской встречи Нового года. В Америке очень любят вот такие народные гуляния. В них участвуют и города, и села. Американцы выходят на праздники все вместе, вот такими толпами отмечают Новый год. Ну и, конечно, очень любят играть в различные занимательные игры. Хотите, поиграем прямо сейчас? Немножко согреемся. Готовы? Точно готовы? Не слышу! Вам нужно будет выучить всего две фразы. Первая будет произноситься, точнее, давайте будем кричать, чтобы погромче и обязательно воздуха набрать и согреться. Будут кричать только девочки, женщины, представительницы прекрасного пола. Кричать вы будете с Новым годом, все просто. Готовы? Только девочки. 3, 4. Молодцы! Ну а сейчас для мальчиков мы усложним. Мальчики, вы здесь есть на площади? Покричите! Мужчины громче, девчонки вас перекричат на раз. Молодцы! Для мальчиков мы немножко усложним. Вы же сильные, правда? Вы будете кричать американскую версию этой фразы. Happy New Year! Готовы? 3, 4. Happy... Ой, мальчишки, так не пойдет. Happy New Year! Готовы? 3, 4. Молодцы! Когда я подниму правую руку, кричат девчонки свою фразу. Левую, мальчишки, тяпа, помоги мне, пожалуйста. Готовы? 3, 4. Девочки!